Дорогие земляки, уважаемые жители Северского района, от всей души поздравляю вас с наступившим юбилеем. 100 лет – это знаменательная круглая дата. У нас живут замечательные люди, воспитываются дети, развивается бизнес, растет экономика. Особые слова благодарности нашим ветеранам, всем нашим поколениям, которое вкладывало свой труд, свои знания, свое время на то, чтобы Северский район возрождался, становился лучшим. И на самом деле Северский район – один из лучших районов Краснодарского края. Всем желаю крепкого здоровья, успехов в труде, в учебе. И еще раз, особые слова благодарности всем нашим поколениям. Спасибо. Дорогие мои, любимые, уважаемые земляки-северчане, от всей души хочу поздравить вас с таким замечательным 100-летним юбилеем. Очень хочу, чтобы жизнь была такая же лучше, чем у нас, у наших детей, внуков, и чтобы они отметили в таком же прекрасном районе следующий 100-летний юбилей. Дорогие жители Северского района, мне предоставилась возможность поздравить вас со 100-летием нашего района. Пожелать вам всего только хорошего, только наилучшего. Всем здоровья. И дай вам Господь, коль это в его власти, здоровья, долгих лет, любви и много-много счастья. Мы начинаем новый век, полный надежд и перспектив. Пусть каждый наш день будет наполнен радостью и гордостью за наше совместное наследование. Давайте вместе строить будущее, основываясь на лучших традициях, которые мы унаследовали у своих предков. С праздником, Северский район! Пусть крепкое единство и процветание сопутствуют нам на протяжении следующих 100 лет. С днём рождения, Северский район! Уважаемые мои земляки, примите самые искренние пожелания с вековым юбилеем нашего родного Северского района. Этот праздник дорог каждому, кто родился и вырос в районе, кто связал с ним свою судьбу, кто сегодня живет и работает здесь. Уважаемые земляки, в это трудное время вот только сплотясь, только помогая друг другу, только поддерживая друг друга, мы сможем сделать наш район богаче и краше. Я хочу особо сказать молодежи: любите свой район, будьте патриотами своей родины, будьте рачительными хозяевами, постоянно повышайте свой духовный, культурный, образовательный уровень, смело стройте планы, осуществляйте их, но самое главное – чтите и храните традиции прошлых поколений. Желаю, чтобы в каждом доме был достаток, счастье, радость. Уважаемые жители Северского района, от имени Ассамблеи народов России в Северском районе примите самые искренние поздравления с юбилеем. Мы гордимся нашей малой родиной, ее славной историей, с ее уникальной природой. Особая благодарность ветеранам нашим войны и труда. Ведь благодаря ихнему подвигу и ратному труду мы сегодня отмечаем вековой юбилей. Всем жителям Северского района я желаю счастья, здоровья, мирного неба, а нашему району дальнейшего процветания и новых побед. Уважаемые жители Северского района, поздравляю вас с днем рождения, 100-летием нашего благодатного района. В этот радостный год желаю вам быть счастливыми, радостными, побольше здоровья, счастья вашей семьи, благополучия вашим семьям. Пусть ваши родные и близкие люди всегда будут рядом, наполняют ваш дом любовью, спокойствием и заботой. С днем рождения, дорогой Северский район! Я и мои казаки Северского района хотят поздравить все жители нашего района с праздником. Это очень большой для нас праздник. Это отметина нашей совместной работы
всех людей, которые живут в Северском районе. Я желаю всем прежде всего мира. Мы все хотим, чтобы мир наступил как можно быстрее, чтобы наши ребята вернулись домой, чтобы они вернулись к своим семьям, к детям, к матерям. И мы совместно с ними начали строить, продолжать строить наш район, наш любимый район. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, ну и самое главное, как у нас у казаков, единение. Единение – это когда мы не будем делить, кто, где, какая нация, какой казак, где какие-то люди другие живут. Мы в Северском районе должны жить все совместно и не делить никого ни на тех или иных людей. С праздником, со столетием, всех вас поздравляем! Уважаемые жители, труженики и гости Северского района, поздравляю вас со столетним юбилеем нашего прекрасного, многообразного, замечательного района. Он славен у нас и промышленностью, славен у нас и природными материалами, источниками всевозможными. Но самое главное богатство нашего района – это люди. Я надеюсь, что мы будем продолжать развивать, украшать наш район и стремиться к новым высотам. С днем рождения! Еще раз поздравляю Северский район от всей Медвежьей горы. Дорогие земляки, вот уже почти 40 лет я живу в нашем замечательном Северском районе. И всегда радуюсь тому, что утром встает солнце, и я вижу красивые горы, я вижу замечательных, красивых людей. И убеждена в том, что наш замечательный район развивается динамично только потому, что в нем живут трудолюбивые, искренне любящие свою малую родину люди. Дорогие друзья, поздравляю вас со столетием нашего замечательного Северского района. Счастья вам, здоровья, тепла вашим семьям, поступательного движения вперед всему нашему замечательному Северскому району. С праздником, друзья!